Ну что ж, друзья мои, привет. Вот такой вот гриль Polaris не работает. Горит только лампочка сеть и все, нагрева нет. Давайте посмотрим устройство. Я разберу эту фиговину. Будем с вами, ну, смотреть, что кого, почему не работает. Для этого, наверное, разберем его, попробуем разобрать его снизу. Видно там хоть что-нибудь? Ага, видно. Девайс на самом деле молодой. Со слов потерпевших, килограмма три мяса всего лишь сделал. Но это правда ни о чем. Но ввиду того, что наша техника сейчас вся, так скажем, слегка из говна и веса. И под словом слегка, это прям сильно слегка. Вот, добрались мы тут. Угу. Так, что мы тут видим? Это таймер у нас. Куча лампочек. Сам термостат, он уходит сюда. И есть подозрение. Но сейчас мы таймер проверим на работоспособность. Если таймер исправен, то полезем внутрь. Скорее всего, с фронтальной части. Вот. Ставим тестер на обычную прозвонку. Ага, таймер работает. Видимо, не работает. Видимо, не работает что-то другое. Я даже догадываюсь, что. Так, тогда нам придется здесь сверху разбирать. Тик. Тик. Вообще конструкция довольно-таки забавная. Так, все это убираем. Отсюда. Конструкция такие довольно забавная. Вот он сам термостат. Это даже не термостат. А, ну с понтом он термостат и не термостат. Да, ёперно эти пацаны, знали бы вы, сколько это... А, это все что ли? Все оказывается проще пареной репы. Сейчас фонарик включу. Вон, видите, провод отошел. Эта штука, ну, она типа от перегрева, судя по всему, она на 220 градусов рассчитана. Ну, типа из нее вышел этот, как он, штекер, он, вот он. Вот такой вот штекерочек. Короче, что делаем сейчас? Сейчас я эту схему всю восстанавливаю, пытаюсь ее еще раз запустить. Вот так вот оформлен типа термостат. Это просто регулировка мощности. Ну, как бы, да, это и термостат, и регулятор мощности, но... Ой, ребята, такой трэш. За это все, блядь, такие деньги платят. Короче, сейчас я снимать, наверное... А, ну, посмотрю сейчас, сколько у меня там места. Если будет место, я так вкратце пробегусь по всей вот этой вот новейшим технологиям, блядь. Если все это запустится, отлично. Нет, ну, значит, будем переделывать. Короче, если вкратце. Сгорела вот эта вот штука. Вот она по центру. Сейчас.
Сейчас это у нас Светочка. Вот эта штука сгорела. Вот, пальцем на нее показываю. Сейчас достанем, посмотрим, какие параметры. Вот так эта гнида выглядит. Она, короче, насмерть туда заклепана. Сейчас будем расклепывать ее. Я достану и, скорее всего, человеку предложу сделать плавную регулировку температуры. Потому что, ну, вот то, что здесь, это прям, ну... Блин, пацаны, вот здесь денег стоит только тены. Все. Ну и таймер 30-минутный. Все остальное это, блядь, кусок дерьма. Вот прям, вот я не знаю, за что тут деньги платить. Но это прям откровенный кусок дерьма. 220 градусов, как я и предположил. Короче, непонятно, что с этим дерьмом делать по одной простой причине, что вся вот эта херобура, она опять-таки зальется вот этой вот чачей. И стоит ли оно того или не стоит, непонятно. Так-то конструкция работает. А это защита от перегрева. Скорее всего. Это не точно. Точнее, это ограничитель по верху температуры. Непонятно. Непонятно. В общем, завтра я созвонюсь тогда с товарищем и будем с ним решать вопрос. Будем ли ее модернизировать на термостат от... духовки, либо будем делать как вот как и было со всеми вытекающими.